дощ не піде. Барбекю з усіх нас буде. Спека цілий день і всю ніч. Чи це місто є, чи велика піч? Поки я пітнію вісні, дивний острів сниться мені. З пекла до раю тікаю. Подзвони мені аж у вересні. Не шукай мене, бо я на, бо я на морі. Знаєш, де я є? А я на морі. Маєш безліч прав. А я на морі. Все життя відклав. Телефон. Пальми за вікном не ростуть, хвилі опірнуть, не кличуть. Хочу бути там і не хочу тут. Знову цілий день метушня, сонце розпікає мізки. На що чекаю, не знаю. Дайте на літак мені два квитки. Не шукай. Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня будет видео отчет о работах июня. И это будет два в одном, также видео отчет о процессах в отпуске. Так как практически весь месяц мы провели здесь, возле моря, удалось сделать мне довольно много в этом месяце, потому что мы отдыхали по-простому, особо никуда не ездили. Основной задачей нашей была оздоровить детей. Раньше у меня младший сыночек часто болел. Мы неделю были в садике, две недели лечились. Я очень волновалась, что когда начнется школа, чтобы мы много не пропускали из-за болезней. В прошлом году мы также на месяц отправлялись на отдых. И после этого дети практически не болели. У младшего еще табеля нету, но старший, когда принес табель, в нем было написано, что он не был в школе всего 4 дня. 3 дня из которых мы уезжали в гости. И даже во время
карантина, когда все школы закрывались, когда болело очень много деток, особенно у нас в первом классе, так как многие детки не ходили до этого в садик, поэтому такие домашние. Ну, а мы, слава богу, пережили это более спокойно все и хорошо. Поэтому и в этом году мы решили также на месяц отправиться с детьми на море. Не ездить по экскурсиям, а сидеть, либо дышать соленым морским воздухом, когда была плохая погода, пасмурно, либо купаться, когда была хорошая погода. Купаться, загорать. И в то же время у меня оставалось довольно много свободного времени на вышивку. Я вышивала на пляже, были у меня такие пляжные проекты. Я вышивала в номере в обед, когда на пляже сильно жарко и с детьми не пойдешь, чтобы не пообгорали. И вечером заниматься нечем. Дома надо готовить, убирать, а здесь все за тебя делают, поэтому, конечно, продвинулась я довольно хорошо во многих своих процессах. Часть моих отпускных процессов вы уже видели, каких-то были отчеты, ну а остальных я вам расскажу сейчас. Все это я, пожалуй, сниму уже дома, ну а сейчас хотелось показать вам кусочек моря. Сегодня наш последний день. Еще что-то я успею завтра повышивать, возможно, в поезде, в электричке. А сейчас море на закате. Такое красивое. И немного шума, волн. И все, последние минутки на пляже. Последний наш день отпуска. Начну показывать с небольших дорожных проектов. В этом месяце у меня появились еще две новые бабочки в моей коллекции. Вот такие вот две красавицы. Не думала вообще в этом месяце вышивать бабочек. Планировала немного от них отдохнуть на месяц. Когда уже собиралась, решила, что все-таки надо взять еще хотя бы пару бабочек с собой. Пойдет, не пойдет, захочет вышиваться, не захочется. И захотелось. Все-таки лето, хочется таких ярких, красивых проектов. Тем более, что они довольно хорошо вышиваются в дороге. И у меня довольно быстро вышились эти бабочки. Начинала вышивать 1 числа в дороге, в поезде. Начала вышивать я из этой бабочки. Это Прецис Октавия, артикул BGP-019. А это красный павлин BGP-009. Довольно популярная красный павлин. Много кто ее вышивает, кто покупает. Яркая, красивая бабочка. И это также довольно интересная. Но вот с этой бабочкой у меня возникли определенные сложности. Еще когда я показывала, какие наборчики были куплены, я говорила, что этот набор покупала на подарок изначально. Но заметила через упаковку, что здесь другие номера бисера. То есть через упаковку было видно, что на пакетике такой номер, а здесь вот под ним совершенно другой. Поэтому оставила эту бабочку себе. И когда начала собираться в дорогу, немного запуталась. Мне писала под первым моим видео Наталья, представитель компании, что в последний момент решили заменить бисер. Но так как мне некогда было писать, спрашивать о этих заменах, поэтому я решила сделать так, как мне казалось правильным. Меня насторожило, во-первых, что на пакетике здесь один значок бисера, а в ключе совершенно другой. И также здесь вот написано, что бисер матовый, а здесь совершенно не матовый бисер. Он номером как раз таким, как написано вот здесь вот внизу, 13600. Этот, кстати, тоже 16090, то есть номера и бисер соответствуют. А вот значки почему-то не соответствуют. У меня был и 16090, и 13600 бисер в своих запасах. Я взяла свой бисер, этот так и решила оставить, чтобы показать вот это вот несоответствие. И уже ориентируюсь на обложку, сравнивая со схемкой. Я себе отметила, что коричневый значок — это бисер непрозрачный, а значок с точкой — это прозрачный бисер. Так я и вышила. Как вы видите, усики у меня непрозрачные, а по краю прозрачные. Но каково же было мое удивление, когда, пересматривая новых бабочек, я случайно зацепилась взглядом и за эту. На официальном сайте Art Solo дана другая фотография. Там бисер поменяли местами, то есть
усики прозрачные, а здесь непрозрачный бисер. В других интернет-магазинах фотография такая, как на обложке. Как правильно, я даже не знаю. Поначалу я расстроилась, когда увидела ту фото, думала, переделаю тельце, выпарю вот здесь вот небольшой кусочек, уже здесь вот мелкие части не буду переделывать, а сделаю вот эти вот большие части. И мне кажется, красивее смотрится, когда вот здесь вот прозрачный бисер, именно вот этот ряд. А потом решила, что в конце концов она и так красивая, а если еще это все переделывать, это ж сколько времени надо. Поэтому моя бабочка вот такая, как на обложке. Мне нравится и один, и второй вариант. Возможно, когда-нибудь, если кому-нибудь захочется вышить в подарок такую бабочку, вышью ее по-другому. И тогда мы с вами посмотрим и сравним, решим, какая красивее. Но не обещаю. Потому что вышивать одно и то же не очень интересно. Да, и к тому же у меня еще есть другие бабочки не вышитые. Что касается красного павлина, не хватило мне немного красного цвета. Так что будьте внимательны, будьте с ним аккуратны. Хоть это и дорожный проект, но старалась не терять. Возможно, я где-то оплошала и потеряла. Но, в принципе, я вышиваю довольно аккуратно. Бисер у меня не разлетается. Поэтому все-таки обратите внимание и будьте с ним аккуратны. Движемся далее. Еще один дорожный проект. Показывала я его в итогах мая, что я начала этот пряничный домик вышивать. И как бы не прискорбно это было, но я его так и не довышивала. Уделила я буквально один день на пляже тому домику. Как вы видите, он у меня немного подрос по сравнению с тем, что было месяц назад, но тем не менее не завершился. Не знаю, вот как-то не идет именно этот домик. Другие игрушки из этой серии, ну хотя я их вышила всего две, но они были попроще, а именно этот домик какой-то как заколдованный, что ли, лично для меня. Здесь много различных разбросанных мелких крестиков, и вышивается он не так просто, как другие работы. Поэтому, наверное, я не хотела его вышивать. Надеюсь, в июле я его все-таки завершу, если не отвлекусь на какие-нибудь другие проекты, потому что уже тут есть желание взяться за другие игрушки. Ну и коль мне не хотелось вышивать именно этот пряничный домик, я решила взять себе как дорожный, как пляжный проект вот такой вот наборчик Dimensions. Рождественские баночки. Артикул набора 7008964. Вот такие 4 прекрасные баночки. Было уже на канале видео с обзором и с первыми двумя готовыми баночками. Это с вот такой вот бирюзовой красивой баночкой с оленем и вот такая вот красивая красная баночка с елочкой. Но я успела вышить в месяц не только эти две баночки. Я взяла следующий вышивать баночку со снеговичком, и под самый конец отпуска я вышила баночку с домиками. Я рассказывала в своем первом отчете, что украшаю я дополнительно свои баночки блеском, хотя не очень хорошо камера передает этот блеск. И единственное, что я не успела, украсить блеском последнюю баночку. Хотелось именно сделать бэкстич, посмотреть, как она получается. А блеск я решила, что буду вышивать в поезде. Но в поезде у меня не очень было настроение вышивать. Немного болела голова, много мы находились перед этим. Так что мне еще остается сделать на ней блеск. Сделать на все 4 баночки надписи. Как вы видите, надписи у меня нигде нету. Вышивать я буду не то, что на наборчике. Планирую заменить надписи. Надо еще придумать, как их переделать. Поэтому работа еще предстоит. Но уже не так сильно хочется к ней возвращаться, так как в принципе баночки уже готовы. И вот эта вот мелочь, которая осталась, казалось бы, совсем немного, но также потребует определенного времени. Кроме того, хочется уже их постирать, потому что немного они, я бы сказала, засолились, так как все-таки и на ветру вышивалась, на пляже, песок, море. Обязательно буду их стирать. Снимала промежуточные итоги, так что думаю, когда до конца доделаю эти баночки, покажу вам их уже полностью оформленные во втором видео.
Это, в принципе, и все такие небольшие мои дорожные проекты, дорожно-пляжные. А теперь давайте перейдем к процессам, которые я вышивала в номере. Процессы побольше было, у меня их два. Один я вышивала, когда супруга не было с нами, так как это подарок ему на день рождения. Это мой тайный проект. Я его еще никогда не показывала. Я говорила, что буду его вышивать. Я также упоминала, что это у меня долгострой, но нигде картинку не показывала. Сейчас муж после отпуска, я думаю, будет сильно занят. Не будет у него времени просматривать мое видео, поэтому можно вам его показать. Это вышивка по авторской схеме Натальи Ореховой, называется «Симпсоны». Печать у меня здесь плохая, эти полоски — это из-за качества печати. Картинка должна быть интересная. В прошлом году я мужу на подарок вышивала Гомера. Кому интересно, ссылочка выезжает в верхнем правом углу. А на этот день рождения я решила вышить ему эту схемку. Вернее, вышивать я ее планировала еще на Новый год 17-й. Но тогда у меня работа не пошла, она была отложена. Потом я начинала ее второй раз, опять у меня не пошло, опять я отложила. И так мой процесс превратился в долгострой. Потому что долгостроем я называю именно те проекты, в которых я сталкиваюсь с определенными трудностями. Мне не нравилось, как получался желтый цвет. Начинала я с основного героя вышивать. Поэтому на этот раз я решила, что буду начинать вышивать не с главных героев, а для начала заполню фон. И вот что у меня вышито на данный момент. Вышивала я на пяльцах. Немного прогладила работу, но сильно отглаживать не стала. Так как в дальнейшем, когда вышится, еще будет работа стираться. И я думаю, тогда все отгладится и будет красиво. Дома я уже буду вышивать данную работу на раме, но пока я отвлеклась на тот проект, который ждал меня дома, захотелось мне повышивать его, немного утолю свою жажду и возьму заново за эту работу, так как день рождения в конце июля, надо успеть вышить, ну и хотелось бы, конечно, оформить. Вожу вам ключ к данной работе, размер ее 161 на 120 крестиков. В общем, это будет 19 320 крестиков. Необходимо вышивать на 16 каунте, рекомендует нам автор. И размер должен получиться 30 на 22. Но я взяла 14 канву. Захотелось мне именно вот этой вот легкости отдохнуть. Сильно не приглядываться. Вообще я люблю вышивку на 16 каунте. Но я думаю, 16 пригодится для каких-либо других работ, а 14 тоже надо куда-то использовать. А здесь такой мультяшный сюжет, даже если будет определенная пиксельность из-за того, что каунт побольше, думаю, что это не так будет страшно. Работа разбита на 4 листа, где-то вот здесь вот серединка. У меня один лист вышит, ну может быть наполовину, второй лист немного не дошит персонажи, и вот третий лист, ну, может тоже наполовинку вышит. То есть в целом где-то, ну, меньше, конечно, половины работы у меня удалось вышить. Далее в небе будут тучки. На тучках есть четверть крестики, также на персонажах есть четверть крестики. Немного они мне уже встречались где-то в работе, уже не помню где. Но думаю, что не так много времени мне понадобится на нее, поэтому буду завершать в июле. Снимала небольшой отрывок по этой работе, показывала, как я вышиваю. Вышиваю я по цветам. И, возможно, когда работа будет завершена, сведу это все в один отчет и покажу уже от начала до оформления. Быстрее всего, так как хочу подарить ее уже оформленную. Прошлую работу муж забрал себе на работу. На рабочем столе у него она стоит. Посмотрим, возможно, эту заберет также. Мне всегда казалось, что я вышиваю довольно мало крестиков. Никогда не считала. Но здесь, учитывая, что вышито за 10 дней, я думаю, 1009 может быть здесь, может поменьше. В принципе, мне кажется, неплохой результат, но здесь довольно легкая схема. Здесь большие цветовые участки. Вышивала контуры, например, здесь на скале. И потом просто сидишь, зашиваешь их одним фоном. Как-то очень все легко и просто. Так вот по низу здесь вышел какие-то небольшие участочки. Дальше сиди себе штопай. В общем, вот такая вот работа. Такие у меня продвижения. Я рада, что я ее взяла с собой в отпуск.
и что успела ее так хорошо продвинуть. Осталось взяться за нее дома и довышивать подарок. И еще одна моя работа, которой я занималась в номере, это вышивка бисером «Красная роза». Было у меня видео и с подбором бисера, с началом данной работы, и был уже первый отчет. Напомню, что это заготовка торговой марки «Золотая подкова». Довольно немаленьких размеров, 41 на 65 сантиметров, артикул ЗПК-002. Такая вот красота должна получиться. И те, кто смотрел мой первый отчет, там, в принципе, я показала все, что мне удалось вышить в этом месяце. Так как после записи последнего отрывка из этого отчета я работу отложила и хотела завершить баночки к своему отъезду, поэтому уделила больше внимания последней баночке. Но тем не менее, давайте покажу, что у меня получилось. Вышилась у меня за месяц треть работы. Вы видите, вышиваю я кусками, то есть вот здесь у меня по низу вышито. Здесь уже я сравняла все ровно. И вот тут вот, где темные цвета, вот этот кусочек также весь вышит. Очень красиво сейчас передает всю эту бархатистость розы. Такой красивый, насыщенный красный цвет. Очень мне нравится, как получается. Я, конечно, в восторге от работы, от заготовки. Я очень рада, что взяла ее с собой. Я, в принципе, изначально, я даже в начале года знала, что буду брать, вышивать эту работу в отпуске, так как бисером я вышиваю на руках. И обычно бисерные процессы довольно легко с собой взять. Я вышивала за столом, на улице, пока дети возле меня игрались на первом этаже на площадке, я на втором этаже возле номера сидела за столиком, вышивала. И детей могла видеть, что происходит. И в то же время они дышали весь день свежим воздухом, и я дышала свежим воздухом, вышивая свою розу. Кроме того, очень хорошо было видно на улице, хорошее дневное освещение, поэтому вышивалась довольно легко. В планах у меня за лето ее завершить. Не знаю, конечно, получится или нет, но надеюсь, конечно, что получится. Я планирую, что на раме буду вышивать Симпсона мужу на подарок, пока он на работе, либо в командировке где-то. А когда он будет вечером приходить с работы, я раму буду накрывать, чтобы он не видел, что я там вышиваю. И буду вышивать как раз бисером, поэтому буду чередовать в день два процесса. Потом у меня будет еще один проект, начат в июле на подарок. В начале августа мы празднуем день свадьбы, поэтому также будет тайный один проект для него. Не знаю, успею, не успею. И когда буду вышивать опять же днем тайный проект, вечером и на выходных буду вышивать эту розу. Пока такие планы, как будет продвигаться работа дальше, посмотрим. И в итоге у меня получится такая прекрасная роза. Шикарная работа, вы видите, какая она большая. И хотелось бы раз в год вышивать что-нибудь такое большое, грандиозное, так как в бисерных работах у меня довольно много заготовок таких немаленьких. Надо постепенно их вышивать. Ну вот, пожалуй, и все мои проекты месяца июнь. Как мне кажется, результаты довольно хорошие. Мы отлично отдохнули, мы отлично покупались, позагорали. Я прекрасно продвинула свои процессы, вернулась к долгострою, начала много нового, вышила довольно много всего интересного. Скажем так, выполнила и даже перевыполнила все то, что планировала. Надеюсь, мне удастся в месяце июля хотя бы частично вышить столько же, сколько удалось в этом месяце. Буду стараться. Работы интересные, процессы интересные, любимые. В планах на июль довышивать домик, довышивать Симпсонов, вышить еще одну треть на розе. И будут у меня другие проекты. Думаю, что буду дальше вышивать бабочек. Вернулась я к домашнему своему проекту, который был у меня натянут перед отъездом на раму. Но сейчас не об этом. На этом, пожалуй, все. Благодарю вас всех за внимание. Я же с вами не прощаюсь. До новых встреч!